Привет, девчонки! Сегодня делаю такой новогодний корпоративный макияж, достаточно спокойный, но в то же время не без блесток. На лицо я нанесла тональную основу от Миша, BB Cream номер 23, консилер от H&M, достаточно светлого оттеночка, и базу под тени, свой Bobbi Brown. Для начала буду использовать палетку от Chanel, светлый верхний оттеночек, немного нюдового цвета. Наносить буду спонжиком, так как кистями эти оттеночки очень-очень плохо наносятся. Далее я беру оттенок от Essence 24 номера, такой вот золотистый, с достаточно крупными блестками. Его я буду наносить на все подвижное веко, аккуратненько, да, с применением салфеточки какой-нибудь, потому что они осыпаются, и чтобы у нас блестки не размазались по всему нашему лицу. Далее я беру тени от MAC средний ряд, нижние два оттеночка эспрессо и патина. Для начала я возьму такую маленькую кисть в виде карандаша и в складочку буду заполнять оттенок эспрессо. И потихоньку его так растушевываю, но не довожу до оконченной буквы V. То есть наношу только в складку и растушевываю ее понемногу. На 217-ю кисть от MAC я уже наношу оттенок патина и туда же наношу в складку и растушевываю ее чуть выше складочки и делаю более глубокий такой заманчивый наш взгляд. Под бровь я наношу светлый оттенок тоже от MAC Vanilla, обычный матовый оттенок без каких-либо блесток и сияния. Далее маленькой кистью я наношу черный матовый оттенок вдоль роста ресниц. Тени от Шери Ма Шери номер 403 я наношу на нижнее веко под рост ресниц такой же маленькой небольшой кистью и потихоньку их растушевываю. Далее я беру черный карандаш от Essence и прорисовываю линию роста ресниц на нижнем веке, совсем немножко делаю такой небольшой намек, чтобы взгляд получился более яркий и привлекательный. Белый карандаш от L'Oreal наношу на водную линию, только на нижнем веке. В уголочек глаза я буду использовать оттенок от MAC Нейлон. Он придаст сияние нашему взгляду и более такой здоровый свежий вид. На праздник я использую подводку от Буржуа, черная, с блестками. Я буду наносить ее вдоль роста ресниц, только на верхнее веко, и делать такую небольшую нежирную стрелочку. Вот такая вот стрелочка у меня получилась. Далее беру тени от Essence, серебристые с блестками, номер 03. И также аккуратненько буду наносить на подвижное веко. Фактически я наношу только блестки, поэтому тоже применяю салфетку, чтобы у нас они не сыпались, потому что тени такие же сыпучие. Вот что у нас получились, вот такие вот сияющие глаза. Далее я буду использовать тушь Elite, белорусская. Мы прокрашиваем все реснички, и верхние, и нижние, хорошенько. Эта тушь придаст им удлинение, объем. Ресницы будут выглядеть очень красиво, подкрученные, такие объемные. То, что и нужно для праздника. В качестве румян я буду использовать румяна от Буржуа, 35 номер, достаточно светлые, розовые, немного золотистым оттенком. Но на румяна я особый акцент в этот раз делать не буду. Далее я использую шиммер от Буржуа номер 25, Beige Sunshine. Буду наносить его на выступающие части лица. Наношу пальцами, так как с этой кисти они очень сильно сыпятся, поэтому пальцами будет более вернее, так сказать, нанести и при этом не испортит наш макияж. Губы я обвожу нюдовым карандашом от MAC, хорошенечко прорисовываю контур,
чтобы губы у нас были видны. Так как мы собираемся на мероприятие, то, соответственно, мы будем фотографироваться. И чтобы наш макияж смотрелся законченным, нужно, чтобы губы у нас были хорошо выделены. Далее я беру помаду от Dior, 434 номер. Она коричневая, темно-коричневая немножко, может быть, с красноватым таким подтоном. Я такими точными движениями наношу ее на губы, потому что она достаточно такого сильного оттенка. Далее я беру блеск от Essence XXL. У меня это номер 1, Pure Beauty. Он практически бесцветный, такой нюдовый, придает только сияние. Вот такой выразительный макияж у нас получился, выразительные глаза, губы. Очень хорошо будет смотреться на фотографиях, на корпоративных, новогодних. Надеюсь, что вам понравился. Всех поздравляю с наступающими праздниками. Всех люблю, целую. До новых встреч. Пока-пока.